чистишь, тут никого не трогаешь. Опа. Вот тебе и гон. Ай. О, меня защищают. Что за хаос здесь происходит? Я-то знаю, что происходит, но не скажу. Женская солидарность. Сейчас они его убьют нафиг. В общем, Пуша у нас готовится к родам. Тава начал ее гонять. Периодически при этом Тава нападает и на меня. Но больше как на соперника. Стрижик караулит, значит, сетку вольера и пытается пробраться в этот вольер. Ночка и звездочка это обнаружили, пытаются теперь убить стрижика. Тава, Тава, уйди. Все, 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 хороший, 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 хороший. Схватки. Вот правильно, и вот так.
Иди со мной лучше побоксируй. Уйди от нее. Дай отдохнуть даме. Ну что вы, мужики, не понимаете? Все очень сложно. Дело в том, что у самок сразу в момент родов происходит второй гон. То есть самка должна покрыться в течение 24 часов после родов или во время родов. Если она этого не сделает, то, скорее всего, весь этот сезон она будет пустовать. Беременность у зайца, я напоминаю, длится около 50 дней. 45-50, хотя у нас 45, когда рождались зайчата, они были очень мелкими и мало жизнеспособными. Всегда приходилось помогать. Какой день сейчас у Куши, не ясно, потому что в этот раз мы не смогли зафиксировать гон. Дает очень тихие писки. Божечки, это чудо! Какое чудо родилось! Если у меня сейчас сядет камера, я не переживу этого.
Тава, не смей на меня нападать. Тава, уйди. Тавочка. Так, уйди, 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 уйди. Отстань, потом будешь гоняться. Уйди, уйди, говорю. Уйди, говорю. По идее, самец должен сейчас ее гонять, но так как я очень переживаю, что он может затоптать в вольерных условиях ребенка, я его буду пока что отгонять. И уже к концу родов я соберу зайчат в одном месте, как мы делали это с Фросей. И пускай Тава и Пуша делают, что хотят. Немного неестественно, немножко нечестно. Но такова жизнь. Масик, масик.